Долженков. Абрамов. Хорошая передача. Корнаухов. Гол. 2-0. ЦСКА укрепляет свое преимущество. Плохо обработана шайба. Отличная передача. В такой ситуации вот кого караулил на своем пятаке защитник? Вот он стоял, он прекрасно понимал, что там находится Караухов, но он почему-то, как, знаешь, тренеры говорят, охранял кукурузу, охранял своего вратаря, вместо того, чтобы...